Сейчас мне должно просто повезти. Я не могу ничего делать, потому что у меня энергия должна идти максимально. Ну да. Да. Ладно, это было неплохо. Надо поменьше энергии, чтобы у меня оставалось. Нужно тренироваться просто. Потому что я очень много энергии впустую трачу. То, что у меня, блин, дрожит рука. Пожалуйста. Так. Дело за игрой. Да блин, ну что, ну... Ну это было прям вообще почти-то... Да... Мне прям чуть-чуть не хватило совсем. Запутался в конце. Это очень сложно. Вот на этот раз Фокси ко мне два раза уже давно успел прибежать. Просто это тоже от удачи зависит, сколько, насколько активен будет этот лис, короче. Все, давай, это хорошая попытка. Он не должен прибежать ко мне. Ладно, я на 1% дверь закрою, связаться не будет. Серьезно? Да такая хорошая попытка была, и все равно не хватило даже. Вот как так? Я думал, это прямо идеальная попытка была. Ах, ладно. В следующий раз повезет больше. Хорошо. Фокси вообще нету.
Я думаю, хватит энергии. Теперь я вообще не буду трогать мышку. Блин, я надеюсь, он не прибежит ко мне. Но он вообще даже не высунулся. Там должно хватить энергии. А, блин, я забыл посмотреть 5 часов, когда наступило, сколько процентов было. Блин, ну что так? Короче, 5% это абсолютный максимум для Фокси. Больше 5% нельзя энергии оставлять. Я не смогу. Не хватит энергии опять. Я не понимаю просто. Вот я играю практически одинаково каждую попытку. И у меня иногда энергия остается нормально, достаточно, а иногда недостаточно. Это очень странно. Тут дело даже... Он вообще быстро пришел. Ну, тем более. Давайте я отпугнул так. Не получилось отпугнуть. Сейчас, если Фокси не прибежит, то, возможно, это будет победная попытка. Он может прибежать, и, скорее всего, все-таки прибежит. Давай. Отлично. Быстро пришел, наверное. Да. Да. Блин, такая удачная попытка была.